Здравствуйте, друзья пчеловоды! В этом видеообзоре речь пойдет о брачном улье, который используется на закрытых облетников для небольших ИВК, куда вы отправляете свои матки для того, чтобы их оплодотворить с какими-нибудь элитными трутнями. Крышка выполнена из алюминия, хорошо отражает ультрафиолет, предотвращает от попадания влаги во время дождя, имеет небольшие скосы для того, чтобы, если уж влага и попала, то она падала не на стенки самого брачного улья, а в сторону. Сам брачный улей выполнен из термотополя, традиционно вскрыт льняным маслом, прослужит очень долго и не будет намокать. Сейчас я открываю крышку и покажу вам, как здесь размещается сам ИВК. Вот он достаточно легко извлекся. Точно так же его легко можно и установить. Все стенки, боковые и крышка, выполнены двухстенными и имеют пустоту. Всем известно, что воздух — это самый плохой проводник тепла, поэтому проникновение холода либо жары в улей будут минимальными, поэтому пчелам, которых вы привезете на облетник с такими брачными ульями, будут чувствовать себя очень комфортно. Крышка имеет упор из капроновой нити, это для удобства, для того, чтобы во время открытия и постановки самого ИВК ваши руки были свободны и вам не нужно было использовать какую-нибудь руку для того, чтобы придержать, либо положить в сторону эту крышку. То есть все компактно находится в одном месте. Есть небольшой резиновый уплотнитель, который во время закрытия прижимает наши два ИВК, и в случае перемещения они будут находиться в стабильном состоянии и не будут биться об стенки данного улья. Есть замок, который крышку закрывает, он выполнен из анодированного металла, не ржавеет, точно так же, как и сами петли этой крышки. На дне можно увидеть две решеточки, два отверстия под каждый из ИВК, потому что на ИВК вы видите решетку вентиляционную, для того, чтобы был доступ воздуха и была хорошая вентиляция. Четыре ножки, в случае, если данный улей будет поставлен на ровную плоскую поверхность, они предотвратят то, что воздух все-таки будет продолжать поступать и вентиляция останется достаточно хорошей. С каждой стороны брачного улья имеются отверстия, это литки по обе стороны для двух ИВК. У каждого из литка есть прилетная планка. Вот такой небольшой аэродром для удобства, легко извлекаемый на случай того, что если вы переезжаете и вам их удобно будет между собой складывать, если они мешают. Само отверстие выполнено из термоакации. Почему из термоакации? Потому что, ну, если пчелы запрополисуют, либо как-то начнут закрывать это воском, либо еще чем-то, то очень легко чистится металлическими предметами, и термоакацию очень тяжело повредить. Прослужит очень долго. И с этой стороны точно так же. Ну, внутри брачного улья есть небольшие направляющие, вот такие вот салазки. Я надеюсь, вам всем их видно. Они служат для того, чтобы ИВК невозможно было как-то поставить неровно или в сторону. При этом литок самого ИВК с помощью этих направляющих попадет строго по оси на тот выход из этого брачного улья. Ну вот как это произошло сейчас. Сам улей очень легкий. Секундочку, закрою его.
Ну, весит он не более 5 килограмм, он где-то около 4 килограмм, очень легкий достаточно. С ИВК он может быть, конечно, раза в полтора тяжелее. Ну, это, пожалуй, все об этом улье. Спасибо за внимание.